Здравствуйте, друзья, меня зовут Максим, вы смотрите канал Заквайс. Сейчас будем осматривать таунхоум. Располагается он на пересечении Каминг-стрит и 90-й. Вот такое интересное будет предложение, в пределах где-то $850. Это у нас сразу вход здесь в гараж. Он располагается на первом этаже с въездом. То есть здесь вот вход в апартаменты и сразу гаражик у нас. Апартаменты только освободились. Сейчас ведутся работы по уборке. Здесь при входе вот такой вот шкафчик для верхней одежды. Спускаемся вниз. Маленькая комнатка такая. О, туалет здесь даже есть. Отлично. Это значит туалет у нас. Так, шкафчик. Сквозной вот такой шкафчик. Так. И вот здесь кухня. Ага. И вот здесь располагается кухня у нас. Все отлично. И выход на терраску. Во, вообще замечательно. То есть здесь можно поставить стольчик, стулик. И, соответственно, здесь можно культурным образом провести свой, так сказать, досуг. Вот. И барбекюшницу можно здесь поставить. И какой-то вот загородка, как американцы называют, фендер. Это, соответственно, сейчас идет обновление после прошлых жильцов. Противомоскитную сетку здесь заказали, будут устанавливать. То есть вот так вот. И, соответственно, второй этаж. Это таунхоум. Ну и вот, относящийся сюда кондиционер. Закрывай это, поставь этот самый фиксатор. Что мы имеем здесь? Плитка, flat panel, посудомоечка. Я еще раз скажу, что я уточню цену и в описании ее анонсирую, сколько. Холодильничек вирпуловский. Вот. Соответственно, гриндер. Кто не знает, гриндер — это измельчитель пищевых отходов. Когда вы моете тарелки с едой, с остатками, конечно, вы крупные куски выкидываете в мусорный бак, то всякая мелочь, она, как правило, забивает сливное отверстие. Для этих целей существует такая штука, как гриндер. Так, вот здесь что-то такое. Ага, еще есть такой душевой уголок есть. Прямо на кухне, интересно прямо. То есть, приготовил еду и сразу пошел помылся. Прикольно. Интересное такое решение. Очень интересное решение. Так. Не знаю, где свет выключается, но потом выключим. Так. Пошли смотреть наверх. Климат-контроль. И второй этаж. Большая зала. Ага, здесь еще третий этаж у нас. Так, поднимаюсь на третий этаж. Еще один блок климат-контроля. Видимо, управление здесь раздельное. Технологическая комната с оборудованием под охлаждение. Еще один санузел. Ага, так, совмещенный. То есть здесь получается ванна. И второй санузел здесь. И можно выйти. То есть два независимых выхода. На случай, если большая семья въезжает. Так, и что здесь? Здесь получается одна спальня. Наверху окна. Необычный, конечно, дизайн, непривычный, но тем не менее достаточно прикольно. Лампа здесь сделана. Это вот выход в туалет как раз. То есть получается так, что вот у вас изолированная мастер-бедрум, основная комната для хозяев или там для кого, для родителей. Большая вот такая спальня. И, соответственно, свой сразу выход в туалет. Независимый. Два шкафа.
И, соответственно, окна выходят у нас на выезд, где располагается въезд в гараж. В этом районе неплохая школа для детей. Так что те, кто едет с детьми, могут отвезти ребенка, подать заявку в хорошую школу. А здесь как бы второй туалет. Вот. И вот вид сверху на вот эту большую гостиную. Вот такой таунхоум. Могу сразу сказать, предложение по цене гораздо ниже, чем предложение на рынке в Омосе в настоящий момент вообще. Это самое дешевое предложение по цене. Все остальные предложения на таунхоумы начинаются где-то, ну, свыше $1200, наверное. Где-то даже от 1500 начинается. И здесь, видимо, вход в другой таунхоум. И, соответственно, выход. Вот он, въезд в гараж. И, соответственно, апартаменты, которые вот наверху располагаются. То есть вот все очень компактно. Кто-то приехал из жильцов. И выезд дальше на 90-ю улицу. В этом районе очень много магазинов. В принципе, даже в некоторые магазины можно чуть ли не пешком дойти. Есть и Walmart Neighborhood, и Walgreens, и еще одна аптека, и Aldi недалеко. То есть все в шаговой доступности фактически. Вот такие замечательные апартаменты.